I'm alive. Дети спят, кайф. Я выпила свой гранатовый сок, оставила детям. Водичка тоже была. Выпила свои добавочки. Я сейчас пью йод одну капельку. Спасибо. Девочка-зрительница подсказала, что 3 это много. После сока выпила добавки. И сейчас ем хурму. Это спонсор моего отличного настроения и давления. Все 3 беременности у меня всегда низкое давление. А когда я пила лимон по утрам, оно еще сильнее падало. Вот сейчас я перестала лимон по утрам пить. Пью сок и вот ем фрукты. Потом у меня спорт, а после спорта сок огуречный. Вот чуть-чуть поменялось расписание, но так мне кайфово прям. Я почти каждый день вот так дезинфицирую тряпочки свои кухонные. Они у меня никогда не пахнут, всегда чистенькие. У меня варится амарантовая каша, буквально 5 минуточек, чуть дольше, чем овсянка. Я ее сейчас смешаю с овсянкой. Варю на воде, а когда каша уже готова, добавляю кокосовую уксус уже. На такую кастрюльку, ну, вот такую ложечку добавляю кокосового урбича. Могу еще чуть-чуть. Вот такая получается. Я ее еще ненадолго, на 5 минут буквально ставлю, закрытая, она пропарится. Мама. Нет, давай, Лёва, что там у тебя во рту? Ничем. Давай я тебя почищу. Почистить? Пожар потушили? Да. Молодцы. Да, да, вот там был в прошлый раз у нас пожар, и пожарная машина все-все потушила. Что тебе нужно для того, чтобы тушить пожар? Вовка, короче, помешался на пожарных. Ему срочно нужна пожарная машина и шлем. И через большой круг уводим ногу назад за опору. Продолжаем рисовать левой ногой круги. Заканчиваем движение, опускаем руки. Вот так я делаю зарядку каждое утро вместе с Вовчиком. Мой компаньон любимый, да? Поздравляю тебя, что ты завершил свою первую четверть. Мой хороший. Как дела? Хорошо. Ну все, ты на отдыхе? Угу. На каникулах, мой зайчик. Все, маска, я тебя не буду видеть. Если я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Какой же ты красавчик. Я тут замачивала нут почти сутки. Варить не стала, просто замоченный заморожу. Буду делать омлетики. А запеканку хочу сделать в будущем, пока отправится это на заморозку. Нам пришла тут очередная посылка из iHerb. Горячий, вот да, это? Вовка, еще чебуреки только что сняла. Что вот это? Сейчас остынут, Вова? Это диффузор такой для нашей лавандочки ночью. Это, а что такое диффузор? Распылять будет лаванду. Еще я взяла, вот это что-то взяла, не помню. А, это спирулина, походу, сейчас. Это для мытья посуды. Теперь мы будем наслаждаться ароматерапией. Классно? Ага, еще он светится так. Да. Я вот такое вот масло добавила, это герань. Очень вкусно пахнет. Тоже на iHerb брала. Ссылочку вам оставлю. Сейчас покажу. У меня есть еще и iHerb. Есть вот такой лемонграсс, ну, так, что еще, и лаванда, но она уже закончилась. Мы перед сном всегда капаем на ручку, чтобы хорошо спалось. Ну, вот, в общем, витамин В12, который я обычно заказываю детям, мужу.
Вот такую спирулину первый раз заказала, которую рекомендует Энтони. Я ее пока отвожу, допью то, что у меня есть. Это я в смузи добавляю. К сожалению, тут ее так мало и хватает, ну, не знаю, на 10 смузи, наверное, если не экономить. Вот. Это органические таблетки для мытья посуды, для посудомоечной машины. Очень классные, даже если вы пластмассовую посуду засовываете, она не пахнет, в отличие от того, что продают в наших супермаркетах. И вот такой витамин С, тоже который рекомендует Энтони из iHerb. У меня на обед супчик, точнее то, что от него осталось. Сани на работу еще положила. И вот поджариваю себе капусточку. У меня самый вкусный обед. Чебуреки, конечно, вкусные, но я не ем глютен. Пока. Может быть, когда-то начну есть цельное зерно, но пока нет. Вот салатик безумно вкусный. Еще со вчерашнего дня он такой сочный стал. Капусточка. Вовку уложила. У меня есть минуточка помонтировать, посидеть. Сайбель поехал отвозить мусор и подстригаться. Что еще? И Клима на гимнастику. Надеюсь, все успеет. Мы приехали в фотостудию пофоткаться. Тут Даша, Арья, Вовка играют. Мама тут главный фотограф сегодня. Моя фотограф Катя немножечко приболела, и мы решили сами просто вот такой эксперимент провести, приехать и на телефон пофоткать. И мне кажется, для Инстаграма вполне приемлемо получается. Пытаюсь Вовку сфоткать. Давай, скажи «Ура!». Нравится тебе здесь? Да, мне бум-бум. Бум-бум. Пацаны тут порядок наводят. Все-все стулья собрали, да? Ой, такой тяжелый, если по ножке. Вот по ножке, блин. Все, все, все. Расскажи, что сейчас случилось, Вовка. Арья ударил ножку. Чем? Стулом. Уже забыла она об этом. Мы тут гуляем пешком, без коляски. Арья молодец, поддерживает Вову. Мама. Да, вот ты ударился, он тоже поддерживает тебя целиком и полностью. Друзья, да? Мы тут с друзьями в кафе. У нас тут дети, поэтому все разбросано по столу. Ведро супа нам принесли. Два даже ведра. Вот мы еще разлили по чашечкам, пока остывает. Салатик, смотри. Вовка, тебе вкусно рис? Я ожидал, что его поставлю. Все было ясно. Ты это обрезал. Я знаю. Да, молодец. Ух ты, Вовка вытащил октобазу на улицу. Да, да. Ты будешь деткам давать играть? Где? Где? Он выборочно еще дает. Я пошел. Нет. Нельзя? Да. Ты не идякалка. Не пускает? Он не пускает. Не пускает? Ну, смотри, сама. Я пошел. Оп, прошел. Пришел something new. Something new. Something new. Закрывай. New новое. Закрывай глаза, я тебя веду. Угу. Чё ты там придумал? Подожди, подожди. Та-дам! Раскрывай. Вау. Мы чё, будем спать? На другой стороне. Почему? Ну, так выбрал. Хорошенький. И вы не уснете еще лишние полчаса из-за нового места. Да. Все, я пошла домывать и бай. Иди пока зубки чисти и Вовки почистишь. Я Если Вовки почистишь, такая... то цены тебе не будет. Что это значит? То я буду тебе очень признательна.